What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt. Всем привет! С вами Брюс Ли. Сегодня покажу, как сменить курсор мыши. Как вы заметили, у меня стоит курсор меч. Майнкрафт. Вот, весьма прикольно и забавно. Так, пишем курсоры для мыши Майнкрафт. Ссылку я оставлю под видео. Нажимаем набор курсоров в стиле Майнкрафт. Вот, зашли такую, вот здесь изображены все курсоры, которые скачаются, и вы можете поставить. Топор, алмаз, руда, кирка. Прикольно, вот. Нажимаем первую, скачайте архив курсоры. Нажимаем. Грузится, грузится. Вот. Загрузилось. Видим сверху зелененьким прямоугольником download. Загрузил. Вот, у нас перенеслось. Нажимаем. Нажимаем на WinRAR. WinRAR должен быть обязательно. Через другую не потянет. Так, вот. Они скачались, вот эти все картинки, все 15 картинок. Переносим их на рабочий стол. Вот. Вот все они, которые можем выбрать. Далее, нажимаем правой кнопкой мыши, персонализация или свойства. Потом у вас изменение указателей мыши. Нажимаем. Вот, свойства мыши. Здесь обзор. Нажимаем. Куда вы их скачали, заходите туда и выбираете. Давайте поставим топор. Вот это снизу. Нажимаем два раза. Переменить. Окей. Вот. Поставился топор. Тоже прикольно. Ну, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. А с вами был Брюс Ли. Всем пока. Подпишись, если хочешь, ты оставь коммент и поставь.